И мы готовимся. Торжественная часть будет в саду, потом рядом с садом, вот в этом зале, будем отмечать. Будет ведущий, дискотека, ну и еда. И вот я сегодня с завода отмечаю. Притащила столько всего. Вот. Все. Притащила. Сейчас поставлю стулья и буду начинать надувать шарики. Такой прикольный зал. Большой. Тут сцена вон. И много-много достаточно места. Ну, в общем, вот так я расставила стулья. Стола, не знаю, сейчас что скажут другие мамы, которые придут. Но получилось ровно 21 человек. И вроде все достаточно удобно сидят. И проходить удобно. То есть достаточно нормально. Все, теперь буду шарики надувать. Еще окошко немножко открыла, потому что вообще душно. У нас сейчас уже наступил вечер, и Кирилла забрала со школы, Тимофея с подготовки школы, Тимофея с сада, и мы идем. У нас здесь открылся барбершоп, мужские стрижки. Вот записалась я вчера. Кирилл сейчас прическу выпускной будут делать. Ну, точнее, стрижку, а не прическу. Вот до... Нам тут с Тимохой перепало. Сказал, я не хочу подстригаться. Тимофей не любит подстригаться. Тимофей поет. Серьезный синий. Хорошо. Вот, смотри, как красиво. Да. Кто это? Я, это какой-то робот, сам не знаю какой. Ну. Ну. Кирилл сказал, что ему понравилось. Чего? Не понравилось тебе? Нет. Чего ты врешь? Ты только что сказала, что понравилось. Ну, а все уже сделали так, что будешь только ходить. А мне понравилось. Так, а пиджачок надеть? Где пиджачок? На, надевай. Просто не застегивай, просто надевай его, да, и все. Пятачок? Пятачок, да, одевай. Пятачка? Пятачок. А подожди, пятачок. Куда ты раздеваться-то? Папа сейчас выйдет, может, он посмотрит, как ты выглядишь-то. Отфу. Тимофей, я снимаю, да, как ты танцуешь. Отфу. Ну, ну, ё-моё, ну, ну, взрослый какой-то мальчик. Бабушка завтра обалдеть. Все, только не потей, да, все. Отлично, вообще шикарно. И? Я погладила. Теперь можно ложиться спать. У меня, к сожалению, нету никакой такой обуви супер подходящей. Поэтому одену вот эти. Они очень-очень удобные вообще. Мне очень они нравятся. И теплые, потому что завтра вообще обещают очень холодную погоду. 9 градусов и дожди. Хотя до этого, неделю назад, говорили, что во вторник будет очень жаркий день. Так, у Сереги еще пиджак, кстати. Надо его погладить тоже. Доброе утро, мы тут собираемся. Кирюха, давай мама тебе поможет. Ага, сидит. Кирюха. Все, ладно, мы пойдем там будем стоять, а то здесь народу много. Мы уже все сидим тут. Где найти?
Закончился выпускной. Мама уже потихонечку. Мам, как тебе выпускной? Ой, это так очаровательно. Ну, я видела, ты тоже плакала. У меня вообще... Я сейчас побегу на работу. Маме напомни, что в багажнике для тебя лежит сюрприз. Все. Конфетка! А, да. Там не конфетка. Там не конфетка, там папа тебе выбрал подарок. Ладно, все, ты молодец. Ты куда вниз? Ну, ты туда вниз. Так, давай, Кирилл, покажем, что тебе подарили. Выпускник школы, ДК, группа Никитин, Кирилл. И хрестоматия, да? Классная, кстати, книга вообще тут. И бляник. Вот такая огромная, большая хрестоматия для начальной школы. Здесь все нужные рассказы, стихи и так далее. Вот, смотри. Выпуск 2022, класс. Прям в вашей стилистике «Алиса в стране чудес». В общем, здорово. Так, подожди, еще там что-то. Это солдатики бабушка дала. А, господи. Ну, в общем, вот, да. Мы сейчас с Кириллом зашли в машину, нам надо оставить его сумку и плюс посмотреть, что там мы ему на выпускной подарим. Ищи. Под сумкой синей посмотри, что там есть. Мячик! Ну? Мяч вырвы! Это Феррари. Ну что, классный? Все, давай, убираем его и пошли. Очень классный. Угу. Мне понравилось, причем кто-то, значит, даже из детей плакал, а кто-то такой, круто! Мы хотим сказать сердечное спасибо. Это вот так, словами не выразить. Мы вас очень любим, ценим. Будем надеяться, что у наших детей в памяти останутся только самые лучшие воспоминания за эти прошедшие. Так, мы уже переместились сюда. Привезли пиццу. Вон, смотрите, сколько. Весело у нас тут, конечно, прям. На кого я затрону? Не скажу. Зайчик выходит из круга. И ты вот так вот по кругу бежишь на свое место. Смотрите, какие молодцы у нас девчонки, нашли себе розовый цвет. Разрулились и все, сделано, выполнено задание. Открываем, опять кто-то спрятан. Стой, мама! Руками не трогать. Понятно, это... Будем сейчас думать. Вы вдвоем потанцуйте, да. Прикольно. Они кто у нас здесь? Да. Я вообще все фотки. Фотка такая получилась. У нас уже вечер. После выпускного мы заехали домой, вещи оставили, переоделись. И вот теперь на тренировке. Тимофей тут запряг с собой играть дедушку. Вот. Раз, Кирилл два. Там тренируется он. Одной прием, другой передача. У нас уже следующий день, и я вчера забыла на эмоциях рассказать еще одну важную новость. В общем, прямо во время выступления, во время утренника, пришел результат, то, что Кирилл поступил в класс по программе «Эффективная начальная школа». Представляете, он сдал тест. Надо было получить от 50 до 60 баллов. Те, кто получил, тот поступил. Так баллы не говорили.
Не знаю, вчера знакомая моя ездила, сказала, что ей тоже не сказали. Я сейчас еду отдавать заказ косметики и еще поеду, как раз отвезу заявление в школу. И все, Кирюха принят, Кирилл первоклассник. Так что вот такое у нас радостное событие. Спасибо огромное за просмотр этого влога. Вот такое важное событие было в жизни нашей семьи.